На сей раз это лишь моя часть сумок. Исправление трудных подростков. Ну, мы так и поняли по фотографии. Помнишь, это воскресная школа? Воскресная школа. А вот это вообще что-то совсем развалинное. О, стул есть. Круто. Шикарно просто. Колодок около Казанского посадить машину, когда выгрузимся, потому что много в машине. Влад, там тоже крючочек. Кто не просто на экскурсию отматывает, ты не поверишь. Это то, что мы после себя оставляем. Держи. Тут и сахар. Нас пригласили в трапезную к сестрам. Не обсуждается. Идем. Обед в 10 утра. Я в это время завтракаю. Ириша, у них завтрак намного раньше. А я завтракаю только в это время. О, смотри, все мы знаем. Блин, какая у нее классная одеяние. Мне тоже нравится. Я знаю, что мне нужно, как по городу ходить. Никто не придерется, да? Да. Быстрее, быстрее, быстрее. А в 9:30. Опаздываем. Конечно же, мы приехали в монастырь для того, чтобы помочь. Вот и первое наше послушание. Очистить плитку от травки и мха. Каждую плиточку нужно поскребыхать ложечкой. Оказывается, вот тут вот велись раскопки, и буквально несколько лет назад, ну как несколько, по-моему, в 2018 что ли году он сказал, откопали вот этот вот старый храм, который в советское время был разрушен. Его не могли найти, настолько он был разрушен. И вход в него был вот оттуда, от стены. Он считался, ну, как бы приходской в селе храм, к селу относился. А вот этот вот к монастырю. Красотища. Девчонки-то мои не крещенные, они напросились тут креститься. Не знаю, что из этого получится и получится ли, но владыка их благословил. Представляете, это уму непостижимо. Кстати, вот тут был алтарь, и поставили крест. Планов, конечно, море.
восстановлению монастыря, но все упирается в финансирование. На данный момент в монастыре рабочеспособных всего две монахини. Одна, и все они очень возрастные, сколько-то три трудницы или трудовицы, что ли, в общем, женщины, которые приезжают и просто, ну, помогают в работе монастырю. В общем, нам тоже матушка очень интересно и много рассказывала о семье Сухотиных, о том, как начинался этот монастырь. Очень-очень интересно. Обещали даже показать фильм. После тяжелых трудов мы кушаем. Не будем мешать. Пусть дети кушают. Они действительно устали. А вот там мы будем спать. Но вещи мы еще не раскладывали. Что-то правда матрасы занимают всю комнату. Два. Остальные не хотят, значит, 3, 4, 5, 6. Нет, нет, нет.